административных протоколов, изъято 5 ружей. Заведено 2 уголовных дела по факту незаконно добытого лося и нелегального нарезного оружия. И буквально на днях распоряжением губернатора Томской области Сергея Жвачкина в нашей области организован департамент охотничьего и рыбного хозяйства. И сегодня у нас в гостях его глава Виктор Васильевич Сиротин. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Ну, во-первых, с назначением. Спасибо. И первый вопрос, самый логичный, наверное, то есть в чем смысл создания департамента, какие функции он будет нести и какие первоочередные задачи перед вами как руководителем стоят? Ну, департамент организован с 1 октября, и его задача основная – это организация системы контроля за охотничьими животными и выполнение государственных услуг и полномочий по развитию рыбного хозяйства. Создан он с путем слияния двух структур отдельных – это управление охотничьего хозяйства и комитета рыбного хозяйства. Почему это было принято решение? Потому что провели анализ. И губернатор это все изучил. Как правило, охотпользователи и рыбопользователи – это практически одни и те же юридические лица. Здесь необходимо было выстроить систему принципа одного окна. Когда охотпользователь и рыбопользователь должен получить государственную услугу, это чтобы ему дали квоты, лимиты, охотугодья или рыбопромысловые участки, чтобы это было в одном едином окне. Вот департамент создан и для этих целей, и для вот усиления контроля по охране животного мира. Выстроить нужно систему. Сейчас этим мы занимаемся. Если по рыбе мы уже выстроили и предоставляем все госуслуги в полном объеме, с Росрыболовством налажен полный контакт. Мы уже вышли на федеральный уровень как площадка по рыболовству. То с охотничьим хозяйством сейчас предстоит то же самое сделать. Чтобы в охотугодьях был контроль за и борьба с браконьерством, воспроизводство было налажено животного мира, и граждане простые могли получить качественную, доступную услугу по любительской охоте. Ну, как раз о гражданах, какие плюсы или неудобства, возможно, какие-то будут или нет? Ну, во-первых, они будут приходить в один орган, заполнять все необходимые документы по услуге тоже в одном месте. И специалисты, которые по охоте и по рыбе, они, ну, будем сказать, такие универсальные солдаты, они могут проконсультировать в любом в районе, охотоведы тоже это будут делать, консультировать по рыбе и по охоте в районах области для жителей. Не надо будет никуда ездить, никуда бегать дополнительно по городу Томску, потому что я знаю, что для них город Томск приезжать, это тяжело. Везде искать и назначать встречи. Здесь, ну, принцип одного окна, это вот основное. Возьмем даже вот пример, областное охотобщество, да, рыболовов. Это они выполняют очень важную социальную функцию. У них 30 тысяч зарегистрировано только рыбаков по области и порядка 40 тысяч охотников. Они имеют как в своем пользовании охотничьи угодья, основные охотпользователи, так и рыбопромысловые участки для промышленного рыболовства, так и для любительского. И легче департаменту будет решать вопросы организации любительской рыбалки, любительской охоты с одним охотпользователем. А сейчас какая работа, кстати, проводится с охотпользователем? Вот сейчас именно мы выстраиваем систему производственного контроля, так называемую. Не секрет, что да, охотоведов не хватает. В каждом районе находится только один охотовед, и он невозможно физически охватить охрану, да, вот этих охотничьих угодий, в том числе общедоступных. Сейчас охотпользователи будут обучать своих егерей производственному контролю охотничьему. Это уже в законе прописано. Нам нужно его только реализовать. Мы со своей стороны, департамент, принимаем экзамены, чтобы он был юридически грамотен, егерь. Выдаем ему удостоверение, значок, что он является представителем охотничьего контроля. И к нашим услугам добавляется вот армия еще людей, которые будут заниматься охраной животного мира. Они общественники, но будут иметь право составлять протоколы. Протоколы будем мы рассматривать уже и выносить постановление по нарушениям в области охоты. И вот более подробно по нарушениям. Сейчас можно как-то динамику проследить, допустим, по браконьерству? Стало ли больше, меньше?
Ну, в связи с тем, что вот усиливается контроль, да, динамика, будем говорить, положительная. Мы сейчас начали мониторить именно состав нарушения, в чем нарушение проявляется. И приходим к тому, что население не всегда вовремя получает услугу по выдаче путевок и разрешения на охоту. Если вот к нам очень много гостей приезжает, да, с других регионов, Кемеровской, Новосибирской, Алтайского края, как правило, они приезжают на выходные и ночью, и не могут получить эту услугу, где получить путевку, чтобы он был законопослушным. Сейчас мы прорабатываем, чтобы круглосуточно охоту общества могли у себя в районах выдавать путевки. И когда такое возможно будет? Это уже вот до 12 числа они нам должны дать перечень всех представителей в районах. Угу. И мы выстраиваем систему уже административным ресурсом, что необходимо дать возможность людям получить доступную услугу. Буквально вот несколько дней департамент уже существует, всего лишь, и уже есть первый итог, как я понял, подписание соглашения, да, с Федеральным агентством по рыболовству на выставке в Москве «Золотая осень 2015». Да. Вот по соглашению вкратце, вот какие итоги? Для Томской области это очень важное событие. Мы являемся всего третьим регионом, который подписан с Росрыболовством прямое соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Это вот Саратовская область и Волгоградская. Чем это для нас привлекательно? Это привлекательно тем, что мы теперь напрямую с Росрыболовством будем работать по нормативно-правовому законодательству. Свои предложения они будут в приоритете рассматривать у себя. Будем собирать круглые столы, совещания по совершенствованию вот законодательства, по развитию товарной аквакультуры, это развитие рыбоводства. Мы предварительно до этого проводили здесь большую конференцию межрегиональную 24-25 сентября. Росрыболовство откликнулось, и приезжали представители, руководители департаментов. И они увидели, что Томская область является хорошей площадкой для обсуждения всех проблем, которые есть во внутренних пресноводных водоемах. Мы, вот на Томская область является прям, ну, таким явным лидером в развитии пресноводного рыболовства. Росрыболовство в основном настроено на развитие морского промысла, да, потому что это экономически очень важно для России, а в пресноводных регионах они забывают, и это как бы у них на втором месте. Но для нас это социально-экономическое значение имеет, важное для области и таких же субъектов, которые в Сибирском регионе. Виктор Васильевич, вот, к сожалению, то немногое время, которое было отведено нам на беседу, истекло. Еще раз поздравляю вас с назначением. И для зрителей напоминаю, что у нас в гостях был начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин. И мы продолжим буквально после короткой рекламы. Не переключайтесь.